Депутат Рады Надежда Савченко раскритиковала украинских военных, участников совместных с американцами учения «Сибрис-2016». Рассказала она, что провела сутки на американском десантном корабле в Одессе. Ее, как и западных союзников, поразила непунктуальность и понебратство украинских офицеров и генералов. Офицерский корпус, да, там генералитет. Украинские офицеры и генералы приехали на место учений с опозданием на 40 минут. Приехали и начали делать селфи с солдатами. Это нормально? Американцам показалось, что это ненормально. Вы считаете, это нормально? Также Савченко рассказала, что жители юго-западной Украины всерьез испугались американской и украинской техники, ведь их никто даже не предупредил об учениях, которые проходят на их земле. Когда мы въехали в Бессарабию, люди испугались. Они знают, что на востоке идет война. И они думали, что война пришла к ним. Они видели военную технику, которая ехала к их виноградникам, где зреет урожай. Кто-то даже начал собирать ягоды раньше времени, чтобы спасти их. Людей даже не предупредили о начале маневров. Эти высказывания могут добавить недоброжелатели Савченко на Украине. Сейчас на сайте президента этой страны зарегистрировано около 20 связанных с ней петиций. Основные требования авторов – лишить Савченко мандата народного депутата и звания Героя Украины. Сама она считает все это таким несерьезным делом, таким же, как и вся нынешняя киевская политика. Ее Савченко назвала политиканством.